Всем приятного, с вами дядя Сережа. Мы продолжаем Last of Us 2. Собственно, мы находимся с вами в городе Сиэтл. Продолжаем изучать местные достопримечательности. Но, собственно, нам нужен бензин, и в предыдущей серии наши попытки не увенчались успехом. В банке на парковке не оказалось местного пойла, поэтому нам пришлось бежать. Так, Дина нам предложила одеться. Видать, хочешь пригласить нас на свидание. Здесь так романтично. Так, ща, подожди. Детальки. Предлагаю на карту не смотреть, а ориентироваться так визуально. А, только хардкор. Ну, вот здесь мы были. Да, мне интересно. Ну, что еще здесь есть? Очередная пиписька. Гевин, это тот, который был потерян в Red Dead Redemption. Он нашелся. На этой неделе Дерек опять вляпался с разбитым окном. А если бы мы не успели оттащить его в Серевино, точно потерял бы ногу. На случай будущих проблем, сломанных ног, заражений и косяков Дерека. Я устроила в городе несколько тайников с припасами. А раз уж ты все равно туда собираешься, не мог бы ты пополнить тайник блокпоста Запада 2? А ворота там давно сломались, но код остался тот же, что и раньше. Код мы знаем. Да забирай уже. Одна пилюля. Да. Так, нам к воротам надо будет. Там припасы еще. Ну, это главный вес. Все, ладно, мы погнали. Ну, вроде ничего. Ну, здесь слезем. Есть лесенка. Погодь. Да задрали своими писельнами. Еще один день в раю. Клевый рисунок. Так,
Искра, не гони. Все остальное мы читали. Ну а чё не гони? Она вроде не гонит, все нормально. Сейчас отметим. Так, верстачок бы мне. Кажется, тут больше ничего. Так, это место разве было? Так, а вот и верстак. Дина, не молчи. Сценаристы забыли диалоги здесь прописать. Как-то скучновато. Так, ну ладно, давайте на пистолет. Сейчас мы его прокачаем. Модификации. Скорострельность. Отдача. Устойчивость. 40. Емкость. Бля, да я даже не знаю. Так, винтовку, может быть, еще прокачаем. Оптика. Как все дорого-то. Ладно, давай пистолет. Скорострельность. Должен тащить критические моменты. А вы как думаете? Не густо есть прокачка, если чё. В первой части получше было. Да камон. И один патрон. Да. Так, сделаем шумовую. Патронов-то вообще нет. Так, что здесь у нас? Представляешь, как круто тут было раньше. О, тут есть какие-то пластинки. Изощренные. Извращенные. Ну, почти. А ничего, что мы с тобой их уже раз 100 слушали. Я их слушала только потому, что ты мне нравилась. А сейчас я тебе не нравлюсь? Ну ладно, у вас такие игры. Так, хорошо. Гитару возьмем, споешь мне. Ни хрена она еще. Настроено. Так, отдых пока что подожди. Надо расслабить булки. Так, погнали.
Это Джоэль пил. Что это? Ничего. А, ничего, неплохо звучит. Помнишь ту ночь у костра? Да. Давай наши. А актриса, которая озвучивает Элли, неплохая, так. Неплохой акцент, хорошо поет. Это же это, группа какая-то известная, я помню. Так. Это опасно. Через игру плагиат не действует. Запатентовано. Я хотела. Я тоже. Ладно. Нам пора идти. Да. Но я бы еще хотел сыграть. А что за писюлька торчит из рюкзака? А, это канистрочка. Нет, я все-таки сыграю. Игрок из меня, конечно. Ладно, не мучай гитару. Играть я не умею. Довольно забавно. Тем, кто магию здесь заебись, можно отыграть.
Так, лестница вниз. Блять. Не увидел. Подожди. А нет, не показалось. Никто не слышал там? Вроде нет. Спокойно. Так, а на барабане давай. Не? Динка, сыграй ко мне, я ж тебе сыграл. Йоу. Зацени. Давай. Ого, да. Как по пизде ладошкой. Очень интересный ритм. Ты же видишь, у меня талант. Признай. Не острее. Я тащусь? Неважно. Давай я тебе сыграю. Давай ты будешь моей группе. Твоей кем? Короче, были раньше такие двинутые девахи, которые таскались за музыкантом. Так я вроде и так это делаю. Типа да. Ну я хочу сыграть. Олег, ты был с... Дасворд. Настоящее имя неизвестно. Ум 8, сил 80, сторона новые псы. Этот долговязый и унылый тип выглядит не слишком внушительно. В детстве он сильно страдал из-за проблем с речью. Способный лишь невнятно бормотать, он был вечным изгоем и мишенью для травли. Но однажды древнее космическое существо навсегда изменило его жизнь, даровав слово, таинственное сочетание звуков, лишающее разума каждого, кто его услышит. К счастью, из-за большого роста он виден издалека. У потенциальной жертвы, как правило, есть время убежать, извините, или заткнуть уши. Боже, что за прорисовка? Вроде все. Я думаю, здесь больше ничего нет. Так, лошадь наша где? Олени. Подожди, давай догоним. Куда они там рванули? Блядь. Ладно. Смотри, вон у него сверху, это что? По-моему, купол. Да, ты прав. Ну ладно. Я отметила. Здесь тупик.
центр выдачи питания. В Бостоне такие очереди были. И еда была дрянь. Я бы чокнулась. И такое бывало. Ну ладно, давай зайдем. Выдача топлива. Нам сюда. А Федра серьезно подошли к делу. В Бостоне еды вечно не хватало. Голод сводит людей с ума. Дайте патроны-то. Одни записки. Рядовой Миллер, поступили свежие данные об активной точке ВОВ на углу Спринг и Пятый. Берите свободных бойцов из своего сектора и срочно выдвигайтесь туда. Ликвидируйте всех подозрительных лиц. Оцепите район и ждите моего прибытия, сержант Уорд. Да. Хуета собачья. Так, нам туда. Придется как-то обойти. Пролезай. Давай, я подержу. Черт, зараженный. Твою мать. Так, стоять. Пошли обратно. Че, нет? Ну-ка, лег. Давай его. Режь. Слушай, мать, мы там не все обыскали. Нам туда бы вернуться еще. Ладно. Черт. Спокойно. Надо так пройти. Дина, ты где? Охуела? Давайте по стелсу пройдем, ну их нахуй. Спокойно. Дура, что делаешь? На жопу прыгни. Спокойно. Да ладно, блядь. Берегись!
Да ладно, хавайте, суки. Где Дина? Твою мать. Давай беги, дура. Твою мать. Залази. Все патроны излил. Ладно. Теперь по стелсу. Что? Как ты определила? Во-первых, на стенах семисвечник. Еврейский символ. Во-вторых, я же не загорелась сразу, так что... Не загорелась? Да так, тупая шутка. Не как обычно. Так, цыц. Просто нахлынули воспоминания. Сестра постоянно таскала меня в синагогу. Ты не похожа на набожного человека. Не, но я происхожу из неистребимого рода. Ты имеешь в виду эпидемию? И это, и инквизицию, и Холокост. Моя семья всегда выживала, хоть и чудом. Я бы здесь не стал исповедаться. Слишком пафосно здесь. И пусто. Ни патронов, нихуя ничего нету. Так, скрафтить можешь что? Ах, не хватает. Здесь что? Чё-то как-то стрёмно, темно, пусто и грустно. Ладно. Наконец-то. Хоть чем-то отбиваться. Оставь. Ну и куда? Наверх? Или туда?
Нет, скорее всего, сюда. Не тупи. А что ты делаешь, мать? Вот так. Ну, здесь, наверное, есть. Ну-ка. Да, черт возьми. Эй, не выражайся, мы в молитвенном доме. Тут есть бензин. О, зашибись. Ладно. Так, ладно, задача выполнена. И сейчас молишься? Иногда. Правда? Когда? Перед выездом из Джексона, у могилы Джоэла. Иногда просто тихонько про себя. Помогает? Меня это успокаивает. Помогает взглянуть на вещи иначе. Это способ справиться с горем, выказать уважение. Так меня учили. Молодец. А тебя также учили с девчонками ошпилиться. Не грех ли это, а один? Или в синагогах можно? Все прощается. Куда нам? Так. Нам бы сюда выбраться как-нибудь. Нужна веревка. Или обратным путем пойдем. А, Дина, подсказывай. Так, подожди. Вот сюда нам нужно. Помогла бы, что ли, мать? Ты мне женщина или как? Иди сюда. Иду следом. Так, погодь. Эй, что ты делаешь? Так можно перебраться на тот балкон. Ну ладно. Элли, осторожней. Так, подожди. Держится. Дубль 2. Я не туда хотел. Древние писания. А, это Тора. Чего? Писание. Типа как... еврейская Библия. А. Сестра бы плясала от радости.
У нас была такая в Нью-Мексико, но обгорела. Ладно. Ну, хорошо, хоть они не все выкинули. К чему это посыл? Аж 11 штук. Так, ладно. Нам туда. Чуть-чуть я не совсем понимаю, как мне на тот балкон. А? Ну так вот, да? Ща, подожди, я только освоился. Нормально. Давай, Динк, твоя очередь. Давай, Дина. Ага. Надо кончать с этим. Молодец. Так, кабинет директора. 5-7-7-4. Мы что, в будущем? Не тупи, это иудейский календарь. На Новый год сестра давала мне яблоко, политое медом. О, слюни потекли. Ну, расскажи еще. Вкусно, наверное. Все еврейские праздники про еду. И про то, как нас хотели уничтожить, но не смогли. Неистребимый род. Вот именно. Чё там записала про евреев? Нехорошее. Ну-ка, почитаем. Когда я вспоминаю о Джоэле, о нем, я вижу лишь кровь под... Я вижу лишь кровь, потроха и вывернутую челюсть. Я не хочу, чтобы она запомнила меня такой. Лучше умереть в одиночестве. Она умерла в одиночестве, вычеркнута. С ней был ее бог, а вычеркнута. Будет ли он с тобой там в конце? Был ли он с Джоэлом? Я была там ради Джоэла, вычеркнута. Или просто за компанию, вычеркнута. Он, вычеркнута. Больше, чем я была с ним. Не в боли вера. Но вера исходит из боли, вычеркнута. Но путь к вере лежит сквозь боль, вычеркнута. Лейтенант Торрес, 70 лет назад, когда началась Вторая мировая, мой дедушка с семьей бежал из Германии. Он спасся благодаря доброте и храбрости поляков. И вот друг замкнулся. Сегодня ночью мы собираем вещи и уходим из города в сопровождении наших храбрых воинов. Это стало возможным благодаря вашей доброте. Спасибо, что помогаете мне сберечь то, что осталось от нашей синагоги. Мне тяжело покидать дом, но в конце концов важнее всего люди, живые люди. Вы несете тяжкую ношу. Надеюсь, наши ночные беседы хоть немного ее облегчили. Позвольте мне сказать. Одну мудрость. Чем больше мы отдаляемся от лучшего мира, тем сильнее последующие исправления. Не теряйте надежды на будущее. Помните старую пословицу. Чтобы изгнать тьму, достаточно всего одной свечи. Да хранит вас Бог. Равин Зива. Сандерс. Я надеюсь, вы все договорились.
Ладно, погнали. Так, все нормально, мы выходим. Так, ворота. Кто знает, сколько мы проищем обе игрушки. Имеет смысл запасти немного припасов в дорогу. Ты права. Найдем. Не переживай. Но только в следующей серии, ребята. Увидимся. Ну, ребятки. Скучаешь по дому? Немножко. А ты? Я. Плохо жить без крыши над головой. Знаешь, я всегда мечтала поселиться на ферме. В пригороде Джексона. Чем тебе город не нравится? Не знаю. Я люблю открытые пространства. Это же тоска. Только если живешь одна. Ну-ну. И мы будем, типа, растить овец, доить коров. Ты надо мной стебешься? Нет, это и в самом деле было бы мило. Правда? Да, правда. Ладно, растить коров, доить овец мы будем в следующей серии. С вами был дядя Сережа. До новых встреч. Пока-пока.